Этот участок тротуара по улице 22-го партсъезда горожане обходят стороной. Когда здесь проводили ремонт, 10 метров до остановки общественного транспорта подрядчики почему-то оставили без асфальта. Теперь во время дождя жителям приходится идти по проезжей части или через дворы. Это просто неудобно. Я даже не знаю, какие затраты по времени, но согласитесь, это нелогично идти в круговую, когда есть, в принципе, прямой путь. Люди обратились в Общероссийский народный фронт, пожаловались и на участок дороги на Советской армии. Асфальт рабочие вскрыли 2 месяца назад, до конца так и не отремонтировали. Активисты ОНФ выехали на место, чтобы проверить каждый адрес. Мы сейчас посмотрим конкретно по тем местам, куда будем выезжать, что за подряды были, кто выступал подрядчиком на этих объектах. Вот. И направим письма в сторону заказчика, чтобы вот такие факты были рассмотрены на внутренних совещаниях и больше не повторялись в городе. Активисты Народного фронта продолжат проверять дороги города, где в этом году прошел ремонт. Особое внимание уделят гостевым маршрутам, которые приводят в порядок к чемпионату мира 2018 года. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, «События».